Добрый день, любители живописи, ценители портретов, мои друзья, которые приходят на мой канал. Давненько я уже не была с вами на связи, как говорится, в эфире, но сегодня я делюсь своими новыми работами. Это портреты. Вот буквально еще, видите, вот пальчики мои черненькие в акриле, в этом грифеле, вот. Ну, это говорит о том, что еще работа свежая, еще работа, как говорится, с пылу жару. Вот, осталось ее одеть под стекло, но для съемки я стекло не одела, поскольку оно бличит и будет мешать созерцать эту работу. Был такой заказ интересный, значит, дети будут на своей свадьбе дарить родителям, одним и другим родителям, вот такие портреты под романтическую музыку. Это будет часть сюжета какого-то композиционного в самой свадьбе. Вот, это будет часть, ну, как бы программы. Будет трогательно, романтично. Я думаю, что это будет просто шедевральный момент в свадьбе. Вот. Они хотят подарить родителям, как говорится, на память об этом знаменательном событии и в благодарность того, что родители их воспитали, вырастили, что они как бы являются их ангелами-хранителями. И вот дети пришли и заказали портрет. Вот с таких фотографий. Вот принесли фотографию. Вот у меня был такой материал именно этих фотографий. Это было, ну, вот как бы сказали, сделать романтический портрет двойной карандашом. Вот была моя задача. Вот, пожалуйста, я из этой фотографии вот сделала вот такой вот портрет карандашом. Здесь все играет на общую идею. Двое, мужчина и женщина. Между ними вот какие-то такие чувства, такие токи проходят чувства, такая нежность. Они смотрят друг на друга, и все, мы, конечно, понимаем, что это очень теплый сюжет, чувственный такой вот портрет, где присутствует любовь, тепло, добро, нежность. Я даже, вот даже не только портрет, вот портрет выполнен в карандаше, в таких мягких, вот я вот это вот пальчиками все делала. Женщина вот как в ореоле таком светлом, нежном. Значит, здесь карандаш, градация тона идет вот от темного и до самого-самого светлого. Кроме того, здесь присутствует грифель и акрил белый, который подчеркивает, вот, подчеркивает именно самый светлый тон. Вот. И даже тут как бы видны вот такие вот мазочки, мазочки видны. Кроме того, здесь для усиления вот такого вот впечатления использованы акриловые краски. Они очень нежные, светящиеся. Аня, если сможешь, ты, ну, передай, вот, как они. Особенно если это в момент праздника, там будут такие яркие, ну, яркие огни. Вот, и они будут просто играть, блестеть. И вот смотрите, две звездочки среди этих листьев. Две звездочки. Вот, две звездочки, которые символизируют, как бы, вот действительно, две звезды на небосклоне судьбы, две звездочки путеводных сопутствуют этим двоим. Вот здесь, значит, в листьях цветов, вот такой горошек декоративный, вот тут можно увидеть, как бы, стену дома. Вот очага родного, домашнего. И вот каждый сантиметр картины, я стараюсь, чтобы даже фон, вот фон для меня очень много играет значение, потому что как и портреты, так и фон, каждый буквально сантиметрик играет большую роль. Все играет на общую идею романтического портрета. Кстати, вот тут вот прорисовано платье женщины. И вот тут вот тоже, Аня, посмотри, если можешь, декоративные красочки вот там вот. Тоже они светло-нежно-зеленоватые, такие мерцающие такие элементы. Я думаю, что портрет удался. Тут надо еще подписать дату. Вот, и
одет портрет в красивую раму, красивый багет. Под стеклом он будет идти. И подарочную сюда завернут. Вот. И, в общем, портрет готов и ждет своих ребят, которые заказали его. Следующий портрет. У меня было много работы, вот, очень много, поскольку это ж вот одни родители, а это другие родители. Вот они еще, вот тут крошечка такая не сошла. Вот романтический портрет, тоже двое, вот с этой фотографии. Мне надо было из этой фотографии сделать красивый романтический портрет двоих. Я погрузила их в атмосферу Крыма. Вот здесь вот все играет тоже на общее настроение. Развивающиеся волосы девушки, этой молодой женщины, тоже вот на заднем плане этот ветер такой счастливый, который раздувает паруса этого вот парусника. Вот две чайки как символ любви. Две скалы, которые тоже рядом всегда. Вот так и они пусть будут всегда рядом. И пусть в их сердцах будет вот такая красота морского пейзажа, вот такого вот прекрасного настроения этих двоих людей. Здесь использован грифель. Да, вот тут тоже две звездочки. При электрическом освещении они загораются вечером, эти звездочки. Они очень красиво играют. И вот еще акрильчик вот тут вот, декоративный тоже. Вот. Значит, грифель использован, тоже градация тона. Я играла именно на вот этом переходе от темного к светлому. Ластик, потом и акрил, белый акрил, который усиливает именно вот эти контрасты. Карандаш, это карандаш, вот в чем заключается, кто осилит вот богатство карандаша мягкого, кто поймет, что весь секрет в том, как разложить эти тона, как соединить их. Главное, чтобы был темный и светлый. И между ними уже художник должен плясать вот так вот, чтобы получился интересный и хороший портрет. И еще в графике важно плавная живая линия. По-моему, тут она присутствует. Это плавная живая линия. Вот таких два портрета. Анечка, а теперь в общем с ними. Вот таких два портрета предстанут на свадьбе перед гостями и перед людьми. Это будет как дань детей, знак благодарности родителям за то, что они их воспитали и вырастили, отдали им свою любовь. Вот такие портреты. Я думаю, что они равноценны. Это вот такая красивая, нарядная графика. Здесь много декоративных вкраплений. Вот. И покажи глазки, глазки женщины. Посмотри, какие глаза, вот как я глаза прорисовала. Ну, четко сновидение, резко, да. Вот так, вот так. Ага. Вот, Аня. Во-во-во. Видите? Смотрите, как карандаш звучит. Вот. А волосы, волосы. Смотри, как звучат волосы. Вот именно, что это блондинка, что она мягкая, нежная, добрая, что женственная очень и счастливая. И в контрасте с ней рядом мужчина, он защитник ее мужчина. Вот. И вот видно, что инь и янь – это нежность и сила. Здесь романтика двоих. Анечка, вот тоже войди в графику, войди. В графику, да, вот так вот, походи, погуляй по графике, вот так вот. Смотри, какие глазки, приблизь к людям, глазки, да. Волосы, волосы покажи, как я сделала. Волосы вообще превращаются в ветер. Наверное, здесь, чтобы смотреть портрет этот, наверное, была бы уместная романтическая музыка. Я думаю, что это все будет использовано в фильме об этой свадьбе. Вот рубашечка такая у мужчины. Видите, такие волнующие линии. Вот линия, проведенная линия имеет право жить. А здесь очень много, здесь вихрь линий. И хочется рассматривать, смотреть, вот, и как бы заряжаться этой энергией, этого портрета, этой любовью. Вот две чаечки летят, это символ любви, символ неразлучности. Вот мне нравится, как я сделала глаза мужчине, вот такой мужской портрет, энергичные линии такие, вместе с тем, что эта линия все-таки женская, чувствуется, что это женская, романтическая, очень поэтическая линия.
Вот я смотрю совсем, как говорится, издали на свой портрет, на свою работу, и вот комментирую именно вот так вот. На этом, вот, мои дорогие, до свидания. Спасибо, что вы были на моем канале. Спасибо, что вы смотрели на мои работы. Заходите в YouTube, подписывайтесь на мой канал. Я буду всегда рада новым подписчикам, новым гостям. Возможно, чем-то смогу вам посоветовать, ну, дать совет, чем-то подсказать что-то. Пишите комментарии. С вами была художница Лариса Изюмченко. Приходите в мастерскую Ларус, Коминтерна 8, нынешняя торговая. Я с удовольствием напишу вам и нарисую любой ваш заказ, любой портрет. Пока.